друзья. Телезрители. Да. Юные не очень. Но самые желанные и любимые. Мы передаем вам огромный привет. Вот так ракурс мне больше нравится. Вот, смотри, чтобы видны были. Видишь, пляж, зонтики. Мы хотим с вами поделиться прекрасной атмосферой. Мы находимся на берегу Средиземного моря. А стратегия. Фаны. Вот. У нас романтик. Та-дам! У Ромы заняты руки, поэтому я... Две руки. Одна другая жена. Другую жену держит. Поэтому я поднимаю наш бокал один на двоих. У нас такой май, на самом деле, удивительный месяц. Во-первых, я никогда не скрывала, я всегда говорила, что для меня самый главный праздник, который только есть, вот для меня существует, это 9 мая. Это правда. И вот мы расписались 7 мая, то есть май продолжает быть важным. Также 29 мая мы отпраздновали свадьбу. Ну, это мы не сильно празднуем, это просто праздник был. Получается, у нас 7 мая, 9 мая. В Крыму, да. На берегу моря. И 30 мая нам предстоит еще 3 года, как мы венчаны. Вот. А то я сказала и как бы за тосты не выпила. В общем, мы празднуем в такой романтической обстановке в этом году абсолютно вдвоем. Да, зайка? Да. Вот. Наш праздник, это кожаный. Вдвоем еще 622 человека. Вокруг. Ну, но они не празднуют? Они не празднуют, празднуем мы, потому что они... Они это просто... не празднуют на самом деле, они знают об этом. Вот эти твои лирические отступления, которые непонятны никому, даже мне, несмотря на то, что я круглосуточно с тобой общаюсь, они, конечно, очень ценны. Это можно купировать, если что, друзья. В этот момент можно было спокойно, там, не знаю... Да я специально делаю, чтобы люди пошли, налили чай, наконец, взяли и сели, чашечку, да, кофе. И с нами провели или, эти там, несколько чашечку минут. Чаю, семечки насыпали, да. Ну, вот как бы вот эта Короче, пауза, все закончено. Кожаная свадьба. Что такое кожаная свадьба? Почему она называется кожаной? Кто знает историю возникновения вот этих названий? Каждый год раз свадьба. Это первое. Второе. Вон так, кстати, смотри. Побежал. Нам вообще там такой махач между двумя черными котами. Как вы относитесь вообще, как вы... Что такое 3 года? Много это, мало или нет? Говорят, 3 года — это рубеж. Страшно ли? Говорят, что любовь живет 3 года, значит, скоро мы перестанем друг друга любить или нет, или как? Как у вас было в жизни? Расскажите, пожалуйста. Или вы считаете, что если любовь есть, то выше камеру, тренируем ручку. Молодец. Кстати, у нас есть селфи-палка, можно было на нее. Я не знаю, почему ты вот это делаешь. Короче, есть ли у вас еще вот такое желание, как у меня сегодня было, специально для моего мужа, несмотря на то, что мы на море муж знает, я не люблю ни краситься, ни одеваться, я просто отдыхаю. Вот так вот специально... Красиво одеться, надеть даже каблучки, не буду сдирать ноги, чтобы показать, что я в каблуках, подкраситься, чтобы создать праздничное настроение своему мужу. Я вопросы все задала людям, а ты? Вот я тоже в каблучках. Ну не обманывай, у тебя нет каблучков. Ну как, у нее большой... подъем. Он зачем-то надел зимние ботинки. Я да. не знаю, зачем. У него потому что я боялся, что будет очень холодно. На всякий случай, как говорится, холодно в Турции, да? Жар костей не ломит. Вот. А, вот мой вопрос. А вам ломит жар кости или нет? Ты умеешь положить на лопатки каким-то неведомым мне своим ребенком? Девочку несут вперед лапками, но нет. Нет, на самом деле, жар кости не ломит, это просто всего-навсего. Владимир Владимирович говорит, это ну, наша русская поговорка. А какие еще поговорки вы знаете? Связанные. И это он еще мне говорит, что со мной не будет скучно, понимаете? Иногда мне вообще человек антилогика.
вдруг мы говорим о свадьбе, о красивой романтической обстановке. Казалось бы, можно было бы поговорить о семейных отношениях, о кризисах. А он говорит, какие вы поговорки знаете. Ты же не даешь. А еще хочет поснимать, как бегают друг за другом черные пятки. Ну что? Вот такой у меня муж. Так вот. Какие поговорки, пословицы, поговорки, крылатые выражения вы знаете, связанные со свадьбой? Прикрутил все-таки. Притянул. Ладно, ребят, короче, мы были рады с вами пообщаться. Просто захотелось поделиться с вами нашим клевым, легким, таким, ну, каким-то беззаботным настроением, потому что это действительно кайф остаться просто наедине. И моим большим лицом. Почти ничего не делать. Почти, потому что я продолжаю учить песни. Их какое-то бесконечное количество. Они не заканчиваются. Ну, потому что впереди много интересных событий. Деньги? Я это знала. Ладно. Всем вас целуем. Любим. Ну, можете порадоваться за нас. Поздравьте нас там, все такое. Скажите, ребята, 3 года только начало. До свидания, уважаемые юные, не очень телезрители. Скоро в эфире будет снова передача. Каждую неделю передача. Николай Николаевич вас приветствует. Ну, это по Первому каналу бы так сказали, а мы просто скажем пока. А мы просто, да. Пока-пока.